день. Сейчас сварю компот. Просто компот для того, чтобы летом пить. Значит, тут у меня уже кипит вода. Я знаю, на такой объем воды я ложу сахара вот 3 таких столовые ложки. Каждый может это делать по вкусу. Можно делать даже без сахара, если сладкие фрукты. Так, размешиваю. Жду, пока закипит. Компот буду варить из яблок. Я их уже почистила, порезала на 4 части. Из груш, груши напополам. И буду еще брать смородину. Уже сегодня смородинный сезон закончился. Замороженную использую. Так, вот сахар с водичкой уже закипел. Закладываю подготовленные, уже почищенные яблоки, груши. Сюда же смородину. Так. Накрываю крышкой. Смотрю, процесс кипения продолжается. Значит, я выключаю огонь, накрываю полотенцем, так, чтобы он настаивался. И все, он будет настаиваться до охлаждения. Потом разливаем, охлаждаем и пьем. Приятного аппетита!